Какая прекрасная картина. Кто это рисовал вообще? Может, это девчонка? Кто-то рисовал. Смысры? Кто это такой? Это фиолетовый человек. Да, всем привет, ребята. Стрим еще не вышел, а я на том же и одном серваке. Потому что выходить не хочется. Много людей. А вы знаете что? Ну, я думаю, вы уже знаете, у вас такое было, что вы заходите, а там нет аниматроников. Только и люди бегают по всей пиццерии. Звонок там просто... Там просто звонок и ничего не происходит. Это, видимо, какой-то звончик, мажор. Все это делает. Вот у меня даже нет смысла, что это и кто это делает. Так, все, ребят, вам не повезло, ребята, это не я. Не вам говорю. То есть, ну, вы, кто смотрит, это я не вам. Вот этим вот. Попробуй меня убить только. Ты сможешь. Видишь, я за стенкой. Ты в коридоре. Попробуй убить меня. Не найдешь меня. Не сможешь меня найти ты. Давай, его сейчас Фредик убью. Давай. Фредди, появляйся быстрее. А не, его не убил Фредди, ну ладно. Посмотрите, сколько денег! Кстати, у меня только у одного випка, вот. Випка там где-то так. Ну, мне уже не надо это покупать, потому что я покупал уже. А это было очень давно. Когда еще не было стримаков. Ладно. Это просто такой музон. Вот сейчас уже начинается выживание. Опять вы мне уже надоели, вы. Понятно, слугаги, мангаги. Все, я убегаю, а ты меня не догонишь, Фредбер, нафонишь. Смысле? Чувак, не иди туда. У меня ж в реальной жизни мурашки идут. Ну, бывает таких игров. Ну, мне не страшно, я не дрожу прям так. Ну, просто мурашки бывает такое. Просто бывает ход поступает в одеяло. А я на телефоне снимаю. Вот вы не видите такой компьютерный самолетик. Ну, может, это просто ход на меня так влияет. Причем у нас зима, а я в Киеве. Ой, ну как там, короче, сказать. В Киеве. Кто в Киеве? Ставьте. А кто в Украине или там в других странах? Дизлайк. Вот, да. А ну-ка, ща... Вот у меня такая электроника. Опа-на. А фонарик вам не нужен, то есть... Вам не нужен никакой фонарик в этой игре, потому что... Просто вам не видно ничего. А это само дерево, где все видно. Вот здесь вот такие полосочки. Да я, конечно же, не вижу. В эндоскелет мой плохой. Там очень плохо, понимаешь? Все, нет, начали на расслабоне. Идем. Правда, я не случайно дверь взял. Ведь она у меня сама появилась, вот. А я не случайно вступил на вот эту вот. Просто не надо идти. Стоп. Я нашел бок игры, ребята. Кто-то игру забаговал. Смысле? Какой смысл? Это уже
пора уже давно телепортироваться. Сюда вот. Давайте, что его делать? Аниматроники выключились. Да, это, простите, ребят, это все я. Я выхожу, все, мне не надо этого. Опа-да, ты не знаешь, кто это, фак. Оп. Так, давайте это и это. Нормальненько-то. Третьих я включил. Камин тоже включу сейчас. Вот. Все отлично. Так, побежим сейчас. Камера. Давайте ее откручим. Все, электроток поступил туда. Так, здесь нет ничего. Только вот здесь свет. А здесь просто люстра. Давайте ее включим. Чтоб не включить бы. Ладно, я думаю, вам понравился этот ролик. Или же не понравился, пишите. Скорее всего, не понравился. Потому что это бред какой-то. Как это вообще такое возможно? Вы, наверное, напишите. Ладно, всем до скорых встреч. Всем пока-пока.